Начнем выпуск с новости о том, что Николай Меркушкин нанес визит в Институт национальной культуры. И тут ничего не меняется, только в лучшую сторону. Современный Институт национальной культуры Мордовского госуниверситета – единственное в своем роде такое учебное заведение во всей России. В свое время строительство отдельного институтского многоэтажного корпуса получило одобрение Владимира Путина. В 2011 году президент России воочию убедился, что деньги в этот вуз вложены не зря. На этих архивных кадрах Николай Меркушкин показывает Владимиру Путину макет тогда еще не до конца построенного главного корпуса МГУ имени Огарева. Сегодня Николаю Меркушкину показали то, чем гордится Институт национальной культуры. Работы студентов в разных направлениях занимают призовые места на всероссийских и международных конкурсах. Стоит отметить, что в ВНК, как и во всем университете, очень много студентов из других регионов России, даже других стран. Столько денег, сколько получил университет, за где-то с 5 по... с 2005 по 2012 год и даже... И в 13-м частично, и в 14-м. Вот. Это, кроме Московского университета, такие деньги ни один университет не получил. Это огромная сумма. Это корпус вот этот. Это мы завершили корпус юридический, экономический. Юристы, экономисты. Там. Мы первый главный корпус построили. Если три общежития построено, там, если все это... я уже сказал, дворец культуры там выстроено, сколько оборудования было закуплено и так далее. Конечно, настроение, то, что я смотрел из 9 этажа там и выше, там, конечно, все радует глаз. Хоть отсюда там с той точки не видно стадиона, но в другом точке стадион виден тоже. Конечно, это все... знаковые объекты, которые будут и поднимать престиж, и самосознание людей, и общий уровень, культуры, и уверенности в себе, и уверенности в завтрашнем дне, и уверенности в достижении самых высоких целей, если ты перед собой эти цели ставишь, и активно к этому идешь, трудишься, учишься там, и так далее. Это как раз тот пример, что можно всего добиться, если ты прикладываешь голову, если ты учишься, постоянно и активно работаешь. Швейной мастерской Николая Меркушкина и дизайнеры и модельеры Института национальной культуры вспоминали 2007 год. Этнические коллекции местных мастеров тогда очень понравились главам сразу трех государств. Речь идет о фестивале «Шумбрат Финно-Угрия», гостями которого помимо тысяч жителей финно-угорских регионов и стран стали мировые лидеры. Тогдашний премьер Венгрии Ференц Дюрчин, президент России Владимир Путин и президент Финляндии Тарья Халанен. И в Ледовый зашли, и в театре, уже в новом театре были. И тогда Халанен несколько раз там сказал, что это фантастика,